это вот только осталось. Василию 13 лет, у него тяжелая форма ДЦП. 10 месяцев назад мальчику перестали привозить положенные государством памперсы. В семье четверо детей. Отец алименты не платит. Мама после перенесенного инсульта с трудом передвигается. Все тяготы по хозяйству и забота о брате легли на плечи сестры. Очень тяжело. Он кровать обсикивает, приходится там все менять, всю постель стирать. Очень тяжело, конечно, без памперсов. В фонде социального страхования сообщили, что проблема в неверных данных, переданных фонду соцзащиты, который раньше занимался этим вопросом. Если вы не привезли памперсы пока, вы можете обратиться за компенсацией за самостоятельно приобретенные технические средства. Марина Пысина не может поехать в ФСС по состоянию здоровья. В управлении социальной защиты ей обещали решить вопрос, но это затянулось. Василию с каждым днем становится хуже. Совсем ослаб, и хотелось бы ему создать больше комфорта, но без памперсов и пеленок сделать это практически невозможно, сокрушается мама. Он все ведь понимает, всех узнает, даже Ксюшенька иной раз... Вот что-нибудь ласковое такое вот скажет. Васенька там, он улыбается ей. Лилия Денисова, Петр Греков, новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.